Это подтверждает то, что неважно сейчас наше время, такое невероятно переломное время, оно переломное во всех сферах, не только в политике, не только в геополитике, не только в психологии, но и в искусстве. Искусство как отражение вот этих всех глобальных процессов, поэтому мы уже забываем. Любитель, профессионал, вот есть работа, эта работа вдохновляет, эту работу хочется приобрести, эта работа останавливает на выставке и заставляет задуматься, значит, этот художник прекрасен. А мы продолжаем. Медаль имени Казимира Малевича за поиск, эксперимент и новаторство в искусстве. Ее вручает. Ну, кто еще может вручить? Конечно же, президент Союза абстракционистов России, председатель секции авангардной живописи Евразийского художественного союза, профессор Европейского института Сергей Петрович Куприянов. Беляев Александр и Хейкер Елена. Благодарю за высокую оценку моего творчества. Большое вам спасибо. Следующего номинанта, к сожалению, нет, но, тем не менее, мы вручаем, передадим ему медаль и вручим в Санкт-Петербурге медаль имени Николая Рериха за достижение в области философского осмысления искусства. Ну, кто еще может вручать эту награду? Конечно же, Аркадий Владимирович. Не буду повторять еще все регалии Аркадия, но самое главное, что это человек, который путешествует, смотрит на мир, контактирует с невероятными личностями в Индии, в Китае, в Европе. И это человек, который вдохновляет и делает мир краше. Аркадий Владимирович Бабич. Опять, да, не присутствует у нас, к сожалению. Я очень люблю этого художника, он очень частый участник различных наших проектов. Живет он в Питере, в Санкт-Петербурге, и вот иногда приезжает на такие мероприятия, но, к сожалению, сегодня его нет. Цветков Николай Михайлович, медаль имени Николая Рериха. Он достоин этой награды, он точно ее заслуживает. Ну, мы ему передадим, когда будет в Питере. Итак, мы продолжаем. Следующая награда. Медаль имени Василия Сурикова за талант визуализации исторических событий. Вручает председатель секции акварельного искусства Евразийского художественного союза, доктор педагогических наук, доцент, нет, профессор уже, член-корреспондент Международной академии наук, педагогического образования, председатель секции графики Союза художников, художник-акварелист Мария Александровна Семенова. Медаль имени Василия Сурикова за талант визуализации исторических событий награждается... Шишкин Георгий Георгиевич. А вот это, кстати, работа за нашими спинами. Это и есть работа этого замечательного художника. Дорогие
дорогие друзья, поздравляю с этим прекрасным конкурсом и желаю всем здоровья, огромного творчества, расти и стремиться все выше и выше, и получать всем такие красивые медали, великолепные, и стремиться участвовать дальше. Очень жаль. Очень жаль. Да. Мы передадим. Сейчас, несколько секунд. Медаль имени Михаила Врубеля вручает режиссер, мультиинструменталист, исполнитель и саунд-продюсер проекта музыки мира «Шаган» Владислав Шаган. Всем доброго дня. Я бы хотел сказать, что я вырос в семье, где практически все рисуют. Мой отец когда-то хотел стать художником, и в итоге стал строителем и строит невероятно красивые дома. Моя сестра закончила один из самых лучших там колледжей в области искусства. И сегодня так сложилось, что и я, несмотря на все свои регалии, музыкальные, режиссерские и танцевальные, я вот работаю в кино и работаю как художник, как бутафор, то есть также связан с миром живописи или миром некого абстракции. Но для меня большая честь и уважение вручить эту награду Котова Ирина Анатольевна. Ирина Анатольевна Котова. Очень неожиданно. Спасибо большое Евразийскому союзу за организацию этой выставки, за высокую оценку моих работ. Это реально очень неожиданно для меня. Я желаю всем успехов и хочу еще пожелать, чтобы вы все горели тем, что вы делаете. И этот огонь горел максимально долго. Вдохновение всем, любви и творческих успехов. Мы объявляем следующего номинанта, лауреата медали имени Сергея Коненкова за пластический талант чувствования формы и материала. И вручает эту награду академик четырех академий, заслуженный художник России Виктор Николаевич Прус. Итак, лауреат Голубев Виктор Александрович. Медаль имени Сергея Коненкова. Виктор Александрович Голубев так растерялся, что диплом забыл. Ну что ж, мы потихонечку подошли к завершению четвертого проекта под названием «Российская премия искусств». Мы благодарим Союз художников России за невероятно важную для художников и для нас возможность представить работы в западном крыле Новой Третьяковки. Мы благодарим художников за то, что вы принимаете участие, что вы создаете произведение, которое радует
окружающих, которые приносят в этот мир много света, тепла, радости и гармонии. Мы благодарим оргкомитет за то, что они выполнили невероятно большую работу по подсчету, по оценке, по сбору этих оценок. Мы благодарим членов жюри, которых было в этом сезоне члены жюри были из более 20 стран мира. Ну и что ж, наверное, мы завершим. Спасибо большое, кто пришел. И если можно, не расходитесь. Сейчас Виктор Николаевич Прус проведет эксклюзивную презентацию и рассказ о каких-то очень важных вещах в области искусства. А мы прощаемся с вами. До новых встреч. Виктор Николаевич, у вас. Дорогие друзья, если кто-то хочет посмотреть, большая монография моя, где тут есть сложные вопросы, которые не везде обсуждаются, и я хотел бы, мини-презентация. Прошу, кого интересует, кто интересуется сложными вопросами жизни и смерти, тайны, изображения художников, внутреннего, невидимого мира, о чем писал все время Кандинский. Вот на эту тему я буду говорить. Пожалуйста, если есть кто желающий, я буду показывать и говорить. Еще, если можно, вот у нас есть такой большой баннер «Российская премия искусств». Все номинанты, у кого есть дипломы, может быть, мы все-таки сфотографируемся около этого баннера. Вот в соседнем зале, в 16-м зале, этот баннер есть. Давайте подойдем все, кто имеет дипломы, и члены экспертного совета, и сфотографируемся. Уважаемые художники, большая просьба не забыть завтра с 10:30 до 3:00 забрать свои работы. Обязательно. Те, кто не заберет работы, потом будет оплачивать доставку в наш офис. Будьте добры, не забудьте завтра забрать работу. С 10:30 до 3:00, пожалуйста, будьте внимательны. Дорогие товарищи, если кого-то интересует моя тема и мои работы, которые здесь, монография, я сейчас начну об этом говорить и показывать. Давай, несем. Да. Туда, вот, где фотографируемся. Я понимаю, вы уже устали. А если можно, там сфотографируемся. Идем, все. Да, вот где баня. Проходите, там, давайте скучную. И то народ не слушает. Сейчас, давайте мы сначала в... Там, у тебя гигант подошел. Там просто сейчас фотографировали. Сейчас другу нашему что-нибудь дали, нет? Варламов Алексей, как это? Это раздел медиа. Я его. Идемте. Вот там вот баннер есть.